Хорошая тренировка помогает. Первое. Помогает забывать про назойливых людей, которые вечно ищут, за что к тебе прицепиться и вынести твой мозг. Второе. Помогает забыть бывшую любовь, которая с нежной улыбкой вскрыла тебе грудь и разбила сердце. Третье. Помогает забыть о всех тех бытовых проблемах, которые каждый день давят тебе на плечи, пытаясь прогнуть, подмять под себя. Четвертое. На тренировке выходит вся твоя накопившаяся злость. Злость на самого себя, на соседей, на толпы в транспорте и грязь на улицах. На все то, что в тебе накопилось. Пятое. Весь мир сужается до размеров зала, и цели, стоящие перед тобой, тоже ясны. И уже возвращаясь домой, ты немного улыбаешься, потому что понимаешь, что если смог справиться со своими внутренними слабостями, то никакие невзгоды и проблемы уже не смогут тебя сломить. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!